Всем привет! Сегодня приехали в многоквартирный дом. Короче, у нас тут сейчас началась работа. Короче, 600 квартир в планах. Будем производить умбау, переделку, короче, квартир. Старые, ушатанные. Так, щиток, короче, здесь приходит вот четырехжильный кабель 10 квадрат на квартиру. И вот тут все стояли. 5 автоматов, короче. Больше тут ничего нет. Ни УЗО защиты вот это. От удара током. Такая вот ушатана. Короче, здесь вот уже шлицы будут все по стенам идти. И по верхам будут. Отсюда здесь новый будет щиток стоять. Вырежется, загипсуется. Все будут цулятунги, короче, идти. Короче, прибили рейки. Здесь подвесной будет для наших кабелей, чтобы мы могли здесь пройти не по стенам вести, а по потолку, короче. И пробуриваться будет в каждую, короче, комнату заходить. Там же все. Пока шлицы подготовили, чтобы дозы вырезали. Ой, чтобы дозы. Подрозетники. Ну, эти. Гипсовать сейчас будем. Так, здесь еще пока не эту комнату еще не начали делать. А вот эти уже сделали. Это спальня комната, шляфцингер. Тоже все по низу. Здесь сверху выбуриваться будет. Расключаться будет все вот здесь, в шартере. И потом идти простой тройка, короче, к другим розеткам. Так, тут тоже зал будет. Так, штроба, короче, идет. Штроба нам по-русски, шлицы. Все здесь. Здесь придет ТФАУ кабель и свет. К розеткам, короче. Так, поверху. Прошли поверху. И он там сверху мы тоже пробуриваться. В коридор, короче, здесь. Все, здесь будет тастер, розетка для пылесоса там. Здесь тоже будет тастер. Это туалет. Туалет такой убитый здесь. Короче, полностью здесь и сантехники уже работать начали. Сегодня хорошо их нет. Вот они тут, их инструмент здесь. Трубы, короче, все лежит. Это наша машина. Вот такая шлицфреза, короче, пылесос и вот такая машина. Мы проделаем сначала вот такие, прорезаем. Тут глубина устанавливается шлицов. Насколько можно в глубину прорезать стены. И потом уже идем хильти выбиваем. Вот у нас хильти. Аку. И выбиваем шлицы все по кругу. Стены здесь хорошо не бетонные. Короче, эти шлакобетонные. Местами кирпич попадается. Вот здесь кирпичная стена тоже. Фронтон. Протоновые блоки. Все, такая вот у нас работа. Так, вот тут еще кухня. Тоже все, короче, через верх будет. Тоже хер здесь, печка. ГС он там будет. Ну и здесь розетки простые. И здесь вверху опять будет. Туда в коридор выходить. Через холл здесь. Это ванная комната. Тоже вся убита. Все, всю плитку поснимали. Полы вон, где там ванна стояла. Вот они лежат тут. Все. Кому было интересно,